Всем привет, с вами Такса, и сегодня мы начинаем играть в The Last of Us Remastered, то есть одни из нас обновленная версия, которую перенесли на PlayStation 4. Я запускаю лично сейчас первый раз, и это мои первые впечатления. Видите, игра запускается. Вот они, начинаются приключения. Начинаются. Сразу говорю, до этого я не играл в The Last of Us, это реально для меня первое впечатление, так что прохождение для меня будет очень интересным. Вы уж поверьте. Так, Sony Computer Entertainment представляет. Обеспечение регламентируется. Так, нам пишут здесь Naughty Dog, логотипы. Одни из нас. The Last of Us. Обновленная версия. И вот нас встречает главное меню. Отлично. Нажмите любую кнопку. Нажал. Одни из нас, оставшиеся позади, сетевая игра. Ну и начинаем новую игру. Нажимаем новая игра. Так, низкий, нормальный. Давайте выберем нормальный уровень сложности. Зачем нам высокий реализм? Так. Отлично. Игра начинает загружаться. Так, новые игровые данные сохраняем. Идет сохранение. Отлично. Мы создали новую игру. Так, мне показалось, или это слева пыль какая-то вылетела? Просто моя пыль на мониторе сейчас светится за счет солнца. Тут еще одна вылетела, как бы не разбираюсь. А, да, вылетела. Интересно, что будет. Это своеобразная загрузка, да? Вот это загрузочный экран, да? Такой своеобразный. Довольно-таки интересно смотреть. Можно даже посчитать эти блики, сколько летит букашек и мошек с пылью, космической пылью. Во, началось! Началось, пацаны! Naughty Dog Game. Томми, я... Томми, послушай. Томми! Он подрядчик. Подрядчик, ясно? Мне нужна эта работа. Понимаю. Ладно, поговорим об этом утром. Поговорим утром. Ага, да, пока. Эй! Подвинься. На работе достали, да? Чего не спишь? Уже поздно. Ой, сколько времени? Тебе давно спать пора. Но еще не полночь. Солнышко, не надо, у меня нет сил пререкаться. Вот. Что это? С днем рождения. У тебя ведь часы сломались. Ну, вот я и решила. Нравится? Нравится? Что? Очень, но... Слушай, они же не идут. Что? Нет. Дочь, откуда у тебя деньги? Дурь. Я приторговывала дурью. Отлично. Поможешь выплатить кредит. Ага, сейчас, мечтай. Так, ну что же дальше-то будет у нас? Котенок. Вот и прошла первая кат-сцена, которая очень кинематографичная. Графон. О, телефон звонит. Что же делать с ним? А, тут все само происходит пока. Алло? Сара, мне нужно поговорить с твоим папой. Дядя Томми, сколько времени? Позови папу, скорей, тут... Дядя Томми? Дядя Томми? А дядя Алло? Такс есть? Дядя Такс есть? А, давайте, пойдем. Как бы здесь не до шуток сейчас нам. Так, пойдем. А, нам дают поиграть за девочку, за маленькую девочку. ЦПВЛС. В чем там дело? Ага, в чем там дело? Открываем двери. Не, ну слушайте, вообще офигительная игра, прям папа? С первых секунд. Папа, где папа?
папочка. Мы даже идем такие сонные, смотрите, в пижаме. Так, давайте зайдем в эту дверь, посмотрим, есть ли там наш папочка. А если нет, то мы покажем, кто здесь папочка. Ты здесь? Ого! Ну где ты ходишь? Есть сообщение, что у эпидемия? Инфекции отмечаются вспышки агрессии и... Это рядом. Надо выводить людей. Эй, вы! Судя по всему, там что-то происходит. Так. Оу! Что это было? Я не знаю, что это было, но что-то взорвалось, действительно так. Подождите, нам предложило что-то взять здесь? Может быть, там какая-то записка, я не знаю. О боже. Реально, какие-то взрывы. Нам не до этого, надо в спешке уходить и искать папу, папа! Как нам сказали. Папа! Где все? Давай, давай, по лесенке вниз, быстрее. Да что происходит? Реально, какие-то взрывы происходят. О, гитарка. С каподастром даже. Так, а где папа-то? Куда идти? На кухне никого. Здесь никого. Ну-ка, стоп. Его телефон. Во, я вижу телефон, да. Вибрирует здесь, прям лежит. Давайте посмотрим. 8 звонков. Где тебя носят? Позвони мне. Иду. Ага. Телефон, кстати, реализован тоже круто. Так, положить на телефон ему надо было так. Ну-ка, что там такое? Там ничего такого особого нету. Так, компьютерный стол, давайте посмотрим. О, вернулся батя. Батька вернулся. Сара, ты цела? Да. Никто не приходил? Нет, никто. Нет, а кто мог прийти? Не подходи к дверям. Стой, где стоишь. Папа, ты меня пугаешь. Что случилось? Это Куперсы. С ними что-то не так. Они больные. Чем больные? Ё-моё! Джейми! Папа! Охереть! Скорей! Джейми! Это же... Ты слышишь, что я тебе говорю? Не смей! Скорей! Охереть просто! Похоже, это еще и наш знакомый. Ты выстрелил. Сара. А мы только утром. Послушай, тут творится что-то страшное. Надо отсюда выбраться. Ты меня слышишь? Да. Томми, давай скорее. Да. Ё-моё. Где это носило? Ты можешь объяснить, что тут происходит? У меня есть идея. Охренеть. Залезай. Ты же весь в крови. Она не моя, мы просто уезжаем. Говорят, половина города с ума посходила. Может, уже поедем? Зараза была такая. Можешь сказать, что случилось? Потом. Так, нас посадили в машину, и нам надо ехать. Ты как, солнышко? Отлично, хорошо. Все у нас. Да, хорошо. Не включишь радио? Давай само радио. Собой. Для музыки. Музыка, давай музыку. Спасибо. Наяривай музло. Не, ну что, вообще красиво, прям фильм. Радио. Да, офигенно. И радио еще отключили. Минут назад были новости. И что сказали? Сказали, армия перекрывает шоссе. Вокруг Трэвис нет въезда. Надо валить отсюда. 71. Ну, я так и собираюсь. Не, слушайте, прям кино. Кино с джойстиком, с управлением. Это охерительно. Нашли одну семью, их растерзали прямо в доме. Да. Прости. Да, действительно, прости. Мы же маленькие дети. Что же это такое? Они не знают. Угу. Но не только наш город. Офигеть. Сначала сказали только на юге, теперь уже и восточное побережье, и западное. Все, просто апокалипсис начался. Резко так, просто слушайте, да? Это ферма Луиса. Ферма, говоришь? Надеюсь, он успел унести ноги. Да, нулевая ферма. Уверен, что да. А мы больны? Нет, конечно нет. Ты уверен? Говорят, это что-то со здешними. Мы в порядке. Разве Джимми не здешний? Да, и он тоже. Просто знаю и все. Ладно. Давай остановимся. Ты что это делаешь? Езжай давай. С ними ребенок, Джоэл. С нами тоже. Здесь хватит места. Эй! Не смей тормозить, Томми. Стойте! Ну остановился бы, подкинул бы, ну реально как бы это... Если бы ты видел, что видел я. Еще найдется кому помочь. Мы могли помочь. Да.
Да, я говорю же, мы могли помочь. О, вот эти подберут их, отлично. То есть я за них могу не беспокоиться. Плохо дело. Пробочка, ё-моё. Совсем до одного, одно и то же в голову приходит. Можно просто сдать назад и... Эй, чего стоим? Поехали! Ёп! Ё-моё. Разворачивайся. Господи. Томми. Томми! Твою мать! Дверь-то, дверь закрой! Охереть! Ты видел? Да, я видел! Обосраться просто! Сворачивай давай! Давай сворачивай налево! Я был... Нет. Ребят, короче. Откуда они бегут? А, я думал, ты зомби. Убирайся отсюда. Я пытаюсь. О, нет. Не останавливайся. Не могу же я их задавить! Делай что-нибудь! Кстати, тоже люди! Туда! Вот туда! Держитесь! Давай! Давай, едь. Ладно, хоть никого не сбили. Вот это щит. Просто дерьмо. Попали в аварию. Но это не лучший вариант сейчас. Эй, пап! Батя, очнись. В соседней-то машине там... Назад, детка. Отойди. Я в порядке. Так, о, нам дают теперь играть за батю. Ломать стекло надо. Вот, ломали стекло? Я ломал стекло. Мы ломали стекло в NFS Run, я помню, в начале игры. Так. Эй, оружие. Я хочу стреляться. Надо выживать, чуваки. Охереть. Что нажимать? Кирпичом! Пап? Я здесь, мила. Здесь. Бич, соси кирпич, как говорится. Кирпичом! Охереть. Что такое? Нога болит. Сильно? Сильно. Придется убегать. Прикрой нас. Давай, детка. Держись, бежим, бежим. Крепче. О, графончик. Графончик. Куда бежать-то? Папа, мне страшно. Зомбари. Прям здесь? Охренеть. Просто охренеть. А куда бежать-то? В заправку-то въехал бомж. Сумасшествие. Так, я бегу. Куда бегут люди? Офигительно. Так, вот Томми, я только что сейчас заметил, что это Томми. Так, ну беги, Томми. Смотри только на меня. Да куда вы, люди? Да не подпирайте. Давай, быстрее, быстрее. Машины горят. Просто ужас в канале. Взрывы. Где этот... А, вот он в рубашке. Давай, иди сюда. В переулок, в переулок. Открывай, открывай двери. Закрывай, закрывай. Отлично. Опа, убей. А, ломай. Отлично. Почти пришли, малыш. Ага, почти. Сетку ломают уже, рвут. Найди выход. Пошли! Зомби сзади! Зомби, стреляй! Выход! Бар! Отлично! На! Получай! Беги к шоссе! Что? Беги, спасай Сару! Я догоню! Ждем тебя там! Живо! Так, дырка освечивается нам. Даже ленточки, смотрите. Графон! Пришли! Почти. Вон вижу машина. Давай, бежим! Назад можно как-нибудь оглянуться? Папа! Мне интересно, что они там говорят. Охереть, они идут! Рядом! Нет! Добежали. Отлично. Не бойся, мы пришли. Походу военные. Пришли. Да, военные. Эй, нам нужна помощь. Моя дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание? Папа, как же дядя Томми? Отнесу тебя и вернусь за ним, хорошо? Сэр, но тут ребенок. Но...
Ребенок. Да послушайте, мы еле дошли. Мы просто... Черт. Не надо. Вот и получил, сука. Сара. Оружие еще надо забрать. Сара. Так, убери руки. И ребенка напугали еще, ничего, сволочи. Ничего. Боже. Потерпи, милая, потерпи. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Так, иди-ка сюда. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Я знаю, детка, я знаю. Сара. Дочка. Они что, убили ее? Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Сара. Господи. Господи. Прошу тебя, не убирай. Прошу тебя, не бросай меня. Дочка. Господи. Вот суки просто. Да. Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются, не ослабевая, уже 3 дня. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦК. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь 6 приверженцев ЦК. Воспряньте вместе с нами, оказавшись в полной... Происходят какие-то титры, как вы слышали сейчас здесь. Новостные врезки прозвучали. Ну, в общем, первая серия, она всегда из кат-сцен состоит. Игра очень охерительная. Я просто сейчас впечатлен, действительно. Нам пишут, что сейчас Summer